Доброго времени суток, уважаемые члены жюри и участники конкурса. Меня зовут Хелен Рейнбоу. Я представляю мою картину «Центр мироздания». В самой глубине ваших надежд и желаний лежит безмолвное знание о мире ином. Верьте мечтам, ибо в них сокрыты врата вечности. Когда я писала эту картину, точнее, мои руки рисовали то, что увидите сейчас, я даже подумать не могла, что выйдет вот это. Спустя какое-то время я поняла, что это есть центр мироздания, центр, откуда происходит все сущее и живое. Описать эти вещи невозможно, прочувствовать можно, но каждый из вас, глядя на эту картину, будет получать свои эмоции, свои ощущения, видеть свои цветовые гаммы. Наверное, на Земле нет таких слов, которые смогли бы описать, что есть центр мироздания, что он в себе несет, как он выглядит, какие чувства он вызывает. Поэтому я отдаю это на ваш суд. Смотрите, созерцайте. Каждому из вас придут свои ощущения. Каждый из вас увидит свои цвета и получит свои эмоции внутри себя. Море слов, сокровенного смысла полно. Этот смысл я читать научился давно. Но когда размышляю о тайнах Вселенной, понимаю, что мне их прочесть не дано.